Из Сульда мы направляемся в село Карцахи, озеро Хазапини. Озеро Хазапини находится в Джавахете в Грузии. Это красивое горное озеро расположено на высоте около 1800 метров над уровнем моря, площадью 26,3 квадратного километра, второе по величине в Грузии и окружено живописными горами. Озеро Хазапини является одним из самых популярных достопримечательностей региона Джавахети. Его кристально чистая вода и потрясающие пейзажи привлекают множество посетителей каждый год. Вокруг озера есть несколько популярных маршрутов, позволяющих людям пользоваться красотой природы. Туристы могут прогуляться по берегу озера, полюбоваться окружающими горами и лесами, а также заняться рыбной ловлей или пикником. Справа – бывшие военные объекты пограничников и воинских частей советских времен. А также старинные полуразрушенные дома-землянки. Посещение озера Хазапини в Джавахете предоставляет возможность наслаждаться горными пейзажами, отдыхать на природе и знакомиться с культурным наследием региона. Это место идеально подходит для любителей природы, пеших походов, велотуристов для насыщенных фотографий. Направляемся в сторону озера Хазапини и коттеджей. Вышка для наблюдения и беседка для отдыха, оборудованная для велотуристов.
Три года назад здесь были построены для туристов два оборудованных коттеджа с электричеством на солнечных батареях и туалетами, которые находятся в ограждении безопасности от грызунов. Но вовнутрь коттеджей, к сожалению, мы не попали. На территории озера насчитывается примерно 60 видов птиц, 20 из которых водоплавающие, несколько видов пеликанов, армянских чаек и многих других редких птиц. Не доезжая до таможни примерно 100 метров, установлен центр обязательной страховки. Дом-музей Ашуг-Дживани. Ашуг-Дживани был выдающимся армянским поэтом и музыкантом, создателем одного из представительских ашугов, песенников, в истории Армении. Дживани родился в 1846 году в селе Карцеах, Грузии, и обладал талантом в музыке и поэзии с раннего возраста. Он был мастером на инструменте тар, струнный инструмент, а также исполнял стихи в сопровождении музыки. Его творчество было насыщено эмоциональностью, глубиной и воодушевлением. Дожил до 1909 года. Ашуги – это музыкальные исполнители и поэты в культуре Армении. Они исполняют свои песни на языке, близком к народному, и обычно аккомпанируют себе на музыкальном инструменте, часто на таре. Творчество Ашуг-Дживани выявил широкий спектр, включая любовь, природу, религию и справедливость. Его песни и стихи до сих пор поют в Армении и широко исполняются народными артистами.